Приветствуем вас на нашем новом мастер-классе. Сегодня мы покажем простой способ сделать грифельную доску для записей своими руками. Для работы нам понадобится деревянная заготовка, темная акриловая краска, гипс, пластиковая емкость, вода и кисточка. В пластиковой емкости смешиваем темную акриловую краску и гипс. В соотношении приблизительно 1 столовая ложка краски и 1 чайная ложка гипса. Смесь тщательно перемешиваем. И кисточкой с коротким ворсом наносим на деревянную заготовку. Краску наносим очень плотным слоем. Стараемся, чтобы деревянная заготовка не просвечивала. Даем краске хорошо высохнуть. Края деревянной заготовки обрабатываем листом наждачной бумаги или обыкновенной пилочкой для ногтей. Далее деревянную заготовку, окрашенную грифельной краской, можно декорировать по своему вкусу. Добавить бант, бусы, другие деревянные элементы. Любой декор на ваш выбор. Так буквально за несколько минут можно создать интересную вещицу для украшения своего интерьера. К тому же вещь будет полезна, на ней можно будет оставлять записки для своих домочадцев и использовать ее для других надобностей. Спасибо вам за внимание. Всего доброго, до свидания.